Дорогие друзья, здравствуйте. С вами «Футбольное обозрение» и я, Евгений Монархович. Игровой сезон 2018 года завершен, а значит, время подведения итогов. Сегодня с главным тренером футбольного клуба «Славия Мозырь». Михаил Алексеевич Мартинович был назначен главным тренером футбольного клуба «Славия Мозырь» в преддверии игрового сезона 2018 года. И, несомненно, для этого знаменитого в прошлом полузащитника, чемпиона страны 2005 года в составе солигорского «Шахтера», уже поработавшего тренером в родном клубе и юношеской сборной Республики Беларусь, новое назначение – веха в тренерской карьере, на тот момент ее пик. Ну, на сегодняшний момент, наверное, да, потому что, ну, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я закончил, когда футбольную карьеру, перешел на тренерскую карьеру. Я не переходил уже на тренерскую карьеру, чтобы там не продвигаться вперед, как говорится, по служебной лестнице. Поэтому и различные категории, стажировки, обучение на тренерских курсах, то есть это я сам себя в первую очередь подводил к работе на более высоком уровне. Поэтому для меня назначение – это огромная ответственность, это, ну, честь даже, наверное, за доверие и как веха моей работы. Было ли чувство Михаила Алексеевича, что он готов к такой серьезной работе, что справится со всеми серьезными задачами, которые были у «Славии Мозырь» в сезоне 2018 года? Ну, если сказать о чувствах, да, я, в принципе, поработал помощником, да, 4 года. Далее у меня была уже самостоятельная работа в дублирующем составе, где я уже свои, так говорится, наработки, какие-то тренерские мысли, там, свое вот видение футбола ребятам старался это все донести, и, ну, был результат, то есть результат, который добавляет уверенности в своих силах. И поэтому, когда по окончанию, наверное, того неудачного сезона, когда команда покидала, к сожалению, высшую лигу, руководители предложили мне, так скажем, стать исполняющим обязанности главного тренера этой команды. И уже тогда я видел, в принципе, ну, поработав с ними неделю, наверное, да, там у меня оставалась неделя, я видел заряженность, да, где-то какой-то потенциал у команды. Поэтому не было сюрпризом, когда уже меня назначили главным тренером команды уже на следующий сезон. У меня не было каким-то сюрпризом, неожиданностью, там, что я с чем-то могу не справиться. То есть я видел направление, видел правильное направление, вся в голове, в принципе, и видел, какие позиции нам точно надо было бы усилить для выполнения задачи. Поэтому, наверное, все-таки можно сказать, что с волнением, но с уверенностью. Напомним, что уже в концовке чемпионата страны 2017 года Михаил Алексеевич сменил на посту главного тренера клуба Юрия Иосифовича Пунтуса. Но тогда Мартинович был исполняющим обязанности главного тренера. И пусть в завершающих матчах прошлогоднего сезона не удалось спасти ситуацию и «Славия Мозырь» опустилась в первую лигу республиканского чемпионата, Михаил Алексеевич зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. И руководство команды из столицы Полесья доверило нашему собеседнику главную роль в тренерском штабе клуба уже без приставки ИО. А после нужно было возвращаться в высший эшелон белорусского футбола, и началась предсезонная подготовка «Славии Мозырь». Начнем с того, что по предсезонным сборам. Опять-таки же здесь хочется сказать огромное спасибо, даже небольшое, а огромное спасибо руководителям нашим, которые пошли навстречу моим планам, так скажем, потому что предсезонная подготовка уже планировалась задолго до начала самой предсезонной подготовки, где-то за 1.5-2 месяца мы разрабатывали, где она будет проходить, в каком объеме она будет проходить, как она будет проходить. Поэтому те футболисты, которые под эту работу оставались, с которыми мы разговаривали по поводу продления контрактных соглашений, да, это те люди, которых я уже говорю, благодаря прошлому сезону я видел в них то, что мы можем эту задачу решить, причем уверенно решить. Да. Опять-таки же, наверное, повторюсь, точечно надо было усиление какое-то сделать и работать. По предсезонным сборам вообще просто, я считаю, что, наверное, мы очень здорово провели предсезонные сборы, в зависимости от погоды, мы даже пускай и тренировались в Пинске, вернее, не в Минске, а в Пинске, но в крытом манеже. Зима была достаточно снежная, достаточно морозная, поэтому я знаю, что многие коллективы высшей лиги даже тренировались на открытом воздухе, да, там это когда и на льду, когда и на снежной площадке, мы уже этого минули, то есть у нас было манеж, идеальные условия для подготовки, поэтому, наверное, все это вкупе и переросло в конечный результат.
И вот начался сезон, и первая игра – ничья с командой «Честь» 1-1. Причем во встрече с не самой сильной командой лиги. В итоге она выбыла во вторую лигу чемпионата. Тут наша команда едва не проиграла. Далее победа над светлогорским «Химиком» 2-0. И снова ничьи дома с гомельским «Локомотивом» 0-0. Затем в гостях со «Сморгонью» 0-0. Конкуренты за выход в высшую лигу уходили вперед. Тревога болельщиков росла. И вот в те дни не посещали ли мысли главного тренера Славии Мозырь верности выбранного пути в то, что подготовка к сезону велась в правильном направлении? Нет, мыслей таких не было. Почему? Опять-таки же, проходя предсезонные сборы, мы играли с большинством этих команд, мы играли с командами высшей лиги, в спарринг-партнерах, да, то есть, и здесь сам рисунок игры, само желание, сама атмосфера в коллективе было, четко видно, что мы на правильном пути. Поэтому для меня, наверное, было первый самый тур, наверное, был как неожиданность, потому что, владея безоговорочным преимуществом с командой соперника, да, на 82-й минуте мы пропускаем гол, нелепый, можно сказать, абсолютно гол, это сейчас, когда делаешь анализ. И хорошо, что там Дима Воробей сравнял на 86-й, хотя после забитого гола, насколько я сейчас помню, мы еще имели ряд моментов, чтобы даже выиграть. Поэтому такой результат, который меня очень сильно расстроил, но никакой паники даже и близко не было. Если говорить об давлении со стороны болельщиков, наверное, не были, вопросов нет. Конечно, там у нас все живые люди, все находятся в соцсетях, да, у меня, в принципе, уже достаточно взрослые дети, которые тоже, по крайней мере, я там меньше нахожусь, но дети достаточно много читают и на первых порах даже показывали мне эту критику. Неприятно, но, по крайней мере, можно сказать, такой как толчок к дальнейшей работе, да, доказать уже не только, но и доброжелателям то же самое доказать, как говорится. Вот, поэтому давление, дальнейшие туры, у нас была победа, потом опять две ничьи. При хорошей качественной игре с нашей стороны мы как бы теряли очки. И тут надо опять же сказать слова благодарности руководителям, в первую очередь, которые не стали нагнетать, они видели, в принципе, процесс работы, они видели игру, которую демонстрирует команда. Поэтому, наверное, наоборот, где-то были огромные слова поддержки. Но тут еще даже хочется сказать огромное спасибо Дегуну Михаилу Александровичу, да, в общении с ним тоже я очень много там как бы немножко переосмыслил свои мысли в голове и немножко по-другому с точки зрения психологии начал работать с командой даже вот так вот. Поэтому было волнение, опять-таки же, но не было неуверенности, его уверенность все равно присутствовала. Отметим, что Михаил Александрович Дегун – психолог, который сотрудничает с женской профессиональной волейбольной командой «Жемчужина Полесья». И приятно, что в трудный момент он помог футбольной дружине, главному тренеру Славии Мозырь, которая преодолела непростой период и, выдав серию побед, самые важные из которых были над минским «Энергетиком» БГУ и Бобруйской «Белшиной», вышла в лидер лиги. Затем в чемпионате наступил перерыв, который несколько сбил победный прицел нашей главной команды, ибо после победы в гостях над «Честью» 6-1, ничьи дома с «Химиком» 2-2, в гостях с «Локомотивом» 0-0, причем соперник там не забил пенальти, впору было говорить о спаде. В результате и игре подопечных Михаила Алексеевича Мартиновича, и уж точно, это был очередной непростой период как для профессиональной футбольной команды столицы Полесья, так и для ее главного тренера. Знаете, в чем преимущество в этом году было первой лиги, да? То, что календарь составлен достаточно ровно. К сожалению, то, что было 15 команд, одна команда, вы знаете, сняла чемпионата, да? Вот. Но календарь был составлен достаточно ровно, это недельный микроцикл, который оптимальный для подготовки, вообще, я считаю, футбольной команды. Ты знаешь, к чему готовишь. Исходя из этого, по большому счету, пауза, она не столько, наверное, не нужна была, она даже нужна была перезагрузиться где-то, там где-то отдохнуть, где-то наоборот поработать над теми качествами, которыми, например, я видел, которые нам не достает. Поэтому говорить, что это спад, либо там подъем, так тоже, в моем понимании, не совсем правильно. Правильно, что мы готовились не к конкретному сопернику, мы готовились к всему чемпионату, включая этот весь недельный микроцикл при подготовке. У нас были игры, которые мы должны были, как бы это так, знаете, не хвастовство, а так, которые мы должны были обыгрывать на классе команду, да, играя с последующим соперником, более серьезного уровня. Поэтому мы делали акцент на физические нагрузки именно перед игрой, чтобы ребята играли под нагрузкой, чтобы в следующей игре они уже летали, как говорится, по полю, то есть выйти на суперкомпенсацию. То есть это планы тоже, вот это вот планирование. И это получалось, то есть я не буду уже называть команды, но мы действительно обыгрывали их, пускай и тяжело, да,
Футболистам было тяжело, может быть, по счету было тяжело, но мы добивали своих 3 очка, но зато с явными своими конкурентами, это команды первой пятерки, мы их обыграли за счет физического состояния, за счет движения, за счет своего даже какого-то мастерства, ну, потому что мы к нему готовились планомерно. К счастью, снова наша команда воспрянула духом, начала побеждать конкуренты, допускали осечки, и по мере окончания первенства стало понятно – все будет решаться в очных поединках между лидерами первой лиги нашей Славии Мозырь, Бобруйской Белшиной и Минским Энергетиком БГУ. С столичными футболистами получилась непростая игра – 2-2, причем победу мозыряне упустили буквально в самом конце матча. Но вот с бобруйчанами в гостях был фееричный матч и положительный для нашей команды результат 2-0. Он практически обеспечил Славии Мозырь одну из двух путевок в высший дивизион республиканского клубного футбола. Ну, скажем так, что матчи, наверное, на протяжении сезона все были ключевые, потому что мы где-то теряли очки, говорю, как бы незапланированные, а наши конкуренты, наоборот, не теряли эти очки. То есть, если брать первые там 5-6 туров, они достаточно серьезный отрыв уже от нас был, это где-то порядка 8-9 очей, наверное. Поэтому игры между непосредственно конкурентами, которые уже даже так по игре и по турнирной таблице обозначили свои претензии на выход в высшую лигу, были, ну, понятно, что принципиальные, и там было, так скажем, смерти подобно терять с ними очки непосредственно. Мы их, к счастью, выдержали, мы обыграли, достаточно уверенно обыграли дома, там и 2-0 «Энергетик», 3-0 «Белшину». То есть во втором круге это же повторилось, только что с «Энергетиком» сыграли в ничью. Вы знаете, да, что на последней минуте там «Энергетик» сравнял счет. Мы, считаю, достойны были победы в той игре. Поэтому нельзя говорить, что с прямыми конкурентами уже ковалась именно вот эта вот победа вся общая. Победа ковалась на протяжении всего сезона. То есть поэтому после «Бобруйска», когда во втором круге мы уже обыграли их, было, конечно, ну, ощущение внутри такое непередаваемое, радости, да, уже была такая уверенность, наверное, процентов 95, что мы, ну, выходим в высшую лигу, это уже однозначно, и которое, что мы только сами себе можем, ну, где-то помешать. Ну, спасибо и ребятам, спасибо тренерскому штабу, моему помощникам, которые не дали усомниться в своем профессионализме, которые до конца выполняли свою работу, к чему, опять-таки же, и привел конечный итог. К большому сожалению, наша команда оступилась. Пусть это было единожды, но все же. Кубок Беларуси, стадия 1/8 финала. Домашний матч и поражение. Даже не поражение, а осечка в серии пенальти 3-4. Исход с турнирного пути за второй по значимости трофей отечественного клубного футбола. Хотя подчеркнем, что именно чемпионат, завоевание права выступать в высшей лиге на будущий сезон было приоритетом Славии Мозырь в сезоне 2018 года. И, кстати, в чемпионате страны первой лиги был установлен вечный рекорд, который невозможно будет превзойти. Его можно только повторить. Ноль в графе поражения. Соглашусь с вами, что было тяжеловато, в принципе, в кубковой игре. Почему? Потому что она была перенесенная. У нас это была 3-й на 4-й день игра. В принципе, мы не работали в таком графике, поэтому я не скажу, что мы не готовились к кубку. Первоначальная задача, понятно, это выход в высшую лигу, но, опять-таки же, аппетит приходит во время еды, хочется и большего всегда. Поэтому и на игру, мы сами видели, вышел основной состав, и достаточно уверенно мы проводили игру, быстро заработали пенальти, к сожалению, не реализовали его. И дальше же команда демонстрировала хороший футбол, игра проходила в основном, в принципе, под нашу диктовку, но, к сожалению, 0-0. И мы, да, мы не проиграли, мы просто не прошли дальше. 0-0 счет и остался, пенальти – это уже лотерея, где больше повезло сопернику нашему. Что касается кубковых, расстроился или не расстроился, например, да, ну, конечно, наверное, расстроился, но уже, наверное, больше после какого-то определенного этапа времени, когда уже было понятно, что основную задачу мы выполняем, поэтому, говорю, да, было расстройство. На тот момент такого особого расстройства не было. Было расстройство, что мы не прошли дальше, не, так скажем, не по игре. То есть мы заслуживали, по большому счету, проход в 1/4, но это футбол, за этого и любят болельщик, да, что там непредсказуемы бывают результаты. И, наконец, касается, если рекорда, ну, конечно, очень приятно, наверное, да, этот рекорд, который уже никто не побьет, который можно только повторить, поэтому тут, опять же,
возвращаясь к начальному нашему интервью, там были слова сказаны, были там уверенность, там неуверенность, да, там с каким волнением входили в сезон. То есть это опять-таки же показатель той работы с уверенностью и насчет уверенности, и насчет правильности действий. То есть когда не надо было шарахаться в сторону, а гнуть свою линию до конца, придерживаться именно своих принципов игры. Поэтому, наверное, это и привело к такому результату. Прекрасно в этом сезоне были болельщики Славии Мозыри, которые не только на домашних матчах активно поддерживали команду, они и на гостевые поединки выезжали, создавая свой красно-черный уголок, что, несомненно, помогало команде, вдохновляло ее, придавая силы в трудные минуты. Знаете, я сам мозырянин, я видел футбольный бум, я участвовал в этих играх, даже когда у нас приходило очень много болельщиков, это очень приятно, на самом деле это окрыляет, это гонит на футбольном поле вперед, болельщик заставляет, то есть я сам это пережил, как во времена МПКЦ, так и Славии чемпионские года, МПКЦ еще, наверное, как болельщик ходил там на стадион, можно сказать, там только начинал играть в футбол, уже более Славия как участник, то есть я видел, я прочувствовал эту атмосферу. Также, опять же, я поиграл в командах достаточно неплохого уровня по Беларуси. Если брать, это, например, тоже Солигорский Шахтер, команда, которая была и чемпионом становилась, да, и бронзовым призером, и обладателем кубка, и там достаточно тоже очень много болельщиков ходило на трибуны. То есть я привыкший к этой атмосфере, я знаю, что это такое, когда ты приходишь, когда действительно ты есть ради кого играть, да. Поэтому Мозырь славится футбольными традициями, Мозырь достаточно богатый город даже с футбольными традициями. И так скажем, наверное, это футбол для города единственная отдушина, куда болельщик может действительно прийти как свои положительные, так и отрицательные эмоции выплеснуть. В этом году доходило до того, что я даже и команде говорил, что мы настолько разбаловали своего болельщика победами, да, что даже ничейный результат для нас, для них, вернее, уже считается трагедией. То есть, ребята, это, ну, это показатель, говорю, это вы смотрите, как это классно. То есть уже, соответственно, с такой игрой, с каждой там победой, болельщика приходит все больше и больше, поддержка все лучше и лучше, поэтому это очень важно, как на выездах, так и домашние игры, если брать, это очень важно для нас. В прошедшем сезоне кто-нибудь из игроков Славии Мозыри поразил, удивил своей игрой главного тренера, или вся команда как единый механизм порадовала своего наставника? Что касается игроков, которые удивили, не удивили, правильно замечено, что, наверное, вся команда сработала очень четко, очень ровно. При планировании, наверное, не планировании, при, когда мы собирали этот состав, да, я и руководителей сразу просил наших, чтобы у нас было порядка 20 футболистов примерно одинакового уровня плана. Почему? Потому что дистанция достаточно долгая, и 12-13 футболистами, как показывает практика, сезон не пройдешь. Поэтому состав подбирался примерно равный, чтобы для того, чтобы была ротация. Если кто-то выпадает, травма, карточка, ну разные могут быть причины, чтобы безболезненно можно было заменить этого футболиста. Нам в этом году это удалось, я считаю. Поэтому здесь кто-то удивил, кто-то не удивил. Наверное, все ровно очень сработали в силу своих возможностей, наверное, и еще даже есть куда расти многим. Что касается формирование состава на предстоящий сезон, то да, в этом направлении ведется сейчас работа, ведутся переговоры с футболистами, которые ковали победу в этой лиге на предмет, ну, дальнейшего сотрудничества. Со многими уже есть определенная договоренность, подписаны контракты, то есть хочется сохранить, конечно, костяк же, но все зависит, в принципе, сейчас уже от ребят. Ну, я думаю, что уверен даже, что у многих есть, наверное, какие-то предложения, поэтому наша задача сейчас их сохранить. Соответственно, также точечно усилиться, потому что все-таки это уже другой уровень сопротивления, другой уровень лиги, это, ну, все совсем по-другому, это уже на самом деле это высшая лига. Вот. Ведется очень много работы, ведутся переговоры с потенциальными новичками, но об этом, наверное, уже больше узнаете, когда начнутся сборы, там уже там более это подробно будет. Чем ближе будет начало чемпионата страны высшей лиги сезона 2019 года, тем четче станут очертания главной команды «Славия Мозырь». А новый сезон – 29-й чемпионат Республики Беларусь по футболу. На что в нем нацеливается наша родная и любимая «Славия Мозырь»? Давайте сначала окунемся в эту атмосферу, да, прочувствовать ее надо. Потому что, опять же, я же говорю, у нас футболисты и подбирались, по большому счету, для участия в высшей лиге. Но есть всегда к чему вот хочется большего, большего и большего. Поэтому нельзя говорить такими громкими словами, что мы сейчас выйдем, да, мы здесь прошли
на одной ноге, там многие говорят, эту первую лигу, да, там и также пойдет у нас и выше лиги. Нет, сначала давайте там побудем, а там уже будем уже решать какие-то определенные цели и задачи, которые, естественно, будут поставлены перед этим сезоном. Вот, ну, не будем торопить, как говорится, события. А что касается пожелания нашим футбольным болельщикам, ну, это опять-таки же поддерживать команду, как вы поддерживали на протяжении всего этого сезона, особенно в конце этого сезона. Вот, мы очень будем рады видеть вас на трибунах нашего любимого стадиона «Юность» в гораздо большем количестве, которое вы уже приходили на этот стадион, да. И, конечно, будем стараться радовать своей же игрой такой же, ну и, соответственно, результатом. Ну что же, все вместе, футбольная дружина, болельщики, все те, кто любит футбол, кому дорога команда из столицы Полесья, справились с непростым периодом, возвратились в элиту белорусского футбола, что, согласитесь, футбольный клуб «Славия Мозырь» заслужил по праву. Ну что ж, дорогие друзья, пожелаем успеха Михаилу Алексеевичу Мартиновичу, футбольному клубу «Славия Мозырь». Надеемся, что и в высшем эшелоне белорусского клубного футбола наша команда будет представлена достойно. А на сегодня это все. С вами было «Футбольное обозрение». Евгений Монархович, Элик Фиснер. До свидания. We'll be right back.